Во французской столице открылся первый вакцинодром. В нем прививают исключительно против оспы обезьян. По последним данным, в стране выявлено 1800 случаев, и больше половины из них приходится на Париж и его окрестности. Власти уверяют, что вакцины в стране достаточно, но пока ее предлагают только людям из группы риска. Для защиты от обезьяньего вируса эффективна вакцина, которая была разработана против обычной оспы. У заразившихся болезнь протекает чаще всего без осложнений. Смертельных случаев во Франции зафиксировано не было. Тем не менее, изоляция в течение 3 недель обязательно. Власти страны к ускорению прививочной кампании привлекают студентов-медиков. Пока же спрос превышает возможности центров вакцинации. Мы четко видим, что спрос растет быстро, и мы должны приготовиться к тому, что он будет длиться всю осень. Потому нужно организовать массовую вакцинацию на ближайшие месяцы. Это действительно единственный способ остановить распространение инфекции. Мы говорим о десятках тысяч доз вакцины, которые должны быть доступны в срочном порядке.